Доброго времени суток, дорогие поклонники студенческого футбола. Главным арбитром встречи давайте я потихоньку начну знакомить вас. Выходит непосредственно на поле, мы будем разбираться с вами по ходу матча. Наша встреча началась. Юрий Матвеев дал стартовый свисток. Пытается Мати выйти из обороны. Хорошая передача, 13 номер на соревнование в скорости. Удар по воротам. И не попадает Мати выдавливает. Пока все надежно закрывает. Но вот смещение в центр, обыгрывает нескольких соперников. Находятся автодорожники, вынуждены они обороняться. Длинный кросс налево, удар через себя, еще один удар, какая красота. Наверное, сейчас уже можно точно сказать, дальний удар, ближний угол, и это гол. Капитан команды, третий номер. Олимпийца открывает счет в сегодняшнем матче Александр Кондрашов. Счет не открыт 0-0, ну и, наверное, сейчас уже можно точно сказать, дальний удар, ближний угол, и это гол. Капитан команды, третий номер. Олимпийца открывает счет в сегодняшнем матче Александр Кондрашов. Если исходить из увиденного нами в первом тайме, это Даниил Гурченко. Удар в касание, и вот это момент. Галахов, дальний удар по воротам, и это гол. Вот такой вот выстрел в исполнении пятерки Олимпийца. Встреча, счет 2-0, впереди Олимпиец. Удалось им в первой половине. Здесь момент у Юсупова сразу же во втором тайме. Удар по воротам и гол. Мяч в сетке. Вот так вот они возвращаются. Оказалось, успешнее именно для автодорожника. Смотрим, штрафной удар. Разбивается и гол. Мяч в сетке. Невероятный второй тайм от Мади. Ударом олимпийца. Гурченко. Гурченко бьет по воротам. Рикошет. Угловой удар. Очень опасный удар. Смотрим, подача в штрафную. Убивает защитник. И Мади, какой выстрел сумасшедший! И однажды по ходу сегодняшнего матча эта смелость Юсупова привела к забитому мячу. Момент, штрафной удар все-таки фиксирует нарушение правил арбитра. Смотрим, штрафной удар. Разбегается игрок. Бьет поворотом мощно и вновь перекладина. Ага, длина на Эртуганова. Эртуганов попытка в касание отдать. Ой, какой момент, пустые ворота. Надо забивать удар. И нет, не за партнера. Тархоменко назад, Эртуганов. Эртуганов на Гурченко. Гурченко на замахе убирает одного. Уходит от второго. Опять убирает футболиста Гурченко. Бьет поворотом с левой ноги. Футболиста в стенке у вратаря. Посмотрим, как обстоят у Гурченко дела с ударом низом в дальний угол. Рикошет, еще один удар, и Галахов выводит свою команду вперед. 3-2. Олимпиец атакует, длинная передача, добирается Эртуганов. Слева Гурченко, передача на него, ворота пусты, Бахтин. И вновь мы видим вынос Алексейчука. А здесь толчок в спину, конечно. Толчок, столкнулись футболисты. Юрий Матвеев ждал. Тархоменко, ну посмотрим. По всей видимости, именно Эртуганов будет исполнять. Разбегается, бьет Эртуганов и в штангу попадает. Гурченко набирает скорость. Гурченко обходит двоих. Он в штрафной площади. Пас. Ну, нужен удар по воротам. Падение и пенальти. Да. Это пенальти, который назначает Юрий Матвеев. Разбегается седьмой номер. Бьет по воротам и забивает. Несмотря на то, что Бахтин у соперника. Контратака олимпийца. Быстрая контратака. Кондрашов. Третий номер с мячом. Рядом Гурченко. Посылает штрафную Гурченко. Надежно отыгрывается назад с партнером. Эртуганов. Касание. Хорошо принял мяч. Седьмой номер. Ставит корпус. Бьет в дальний угол. Ставить. Сохраняет мяч для своей команды. Эртуганов прокидывает между ног сопернику. Пробирается в штрафную. Прострельная передача. Бахтин. Да что ж ты будешь... Неудачная передача, которая приводит вот к такой вот встречной атаке. Гурченко мощнейший выстрел с левой ноги. Дальше отдает партнеру. И настоящая осада. Ворот, ближний угол, удар. Вы знаете, Бахтин, который раз за раз. 13 номер, один в один соперником. Левшин. Левшин. Смотрит, кому можно отдать передачу. Бить нужно, удар в ближний угол.